Вас приветствует Новокузнецк. Будем смотреть хоккей, контрольный матч команд Всероссийской хоккейной лиги. Новокузнецкий «Металлург» принимает на своем кузнецком льду «Красноярский Сокол». Это вторая за два дня игра этих команд. Накануне «Металлург» одержал победу со счетом 6-4. Также новокузнечане добились успеха в овертайме, а красноярцы взяли свое в серии буллитов, победив 2-1. Сегодня совершенно иная игра, просто потому что у «Металлурга», мягко говоря, полуосновной состав, а если уж говорить по факту, наверное, состав все-таки молодежный, но мы с ним познакомимся по ходу, имеется. «Сокол» уже выстроился на синей линии, появляется на льду и хозяева. Помогают Максим Николаевич, Сергей Берников, Алексей Калидаев. Это «Металлург», состав новокузнецкой команды, не позволяя моменту случиться. А вот здесь что? А вот здесь что? А вот здесь? А вот здесь? Ух ты! Классно придумал Сердюк, но и спас Тюбин. А вот здесь не спас Карапетян. Очередная шайба Давида этим летом. Сохрани бы такую скорострельность Карапетяну и на сезон. Но красавец, да? Как он в одно касание сейчас завершает? И в целом атака «Металлурга», конечно, могла завершиться голом еще раньше, но там сейв Сердюк. Ну красиво же все делает. В щиток попадает. Дальше передача и бросок в одно касание от Карапетяна. Все тоже Сердюк, автор голевой передачи. Чук на пятачок и гол. Вот, пожалуйста, не одна заброшенная шайба, а две. Данил Михайлов сравнивает счет. И это первая пропущенная Антоном Тодыковым шайба. Здесь все здорово сделала четвертая красноярская тройка. Все. Дерево. Полищук не стал бросать сам. Покатил на Михайлова. Тот был совершенно свободен. Иван Ковязин уже. Скворцов в закруглении через борт на Илью Кожухова. Наброс через периметр Карапетяна. Шайба попала. А вот момент. И Илья Кожухов выводит. Впервые за эти два матча «Сокол» вперед. И так сейчас просто говорит. Вот и все. Площадку. Скворцов. Уже вроде длинная смена, да, у красноярских парней, но тем не менее продолжают «Металлург» удерживать в его зоне. Команда Андрея Лунева сейчас без спина. Вот момент и отскок от борта, и 3-1 в пользу «Сокола». Это Кирилл Татарников, не прошу прощения, это Данил Михайлов оформляет дубль. Вброс в зону, отскок от борта, с первой попытки добить не получилось. Было касание, напомним, у Абянова. Колу со счетом 1-3. Да, ну случается такое. Это Щеглов. Да, не бросок Лавриненко. Отскок. Перевод от Ковязина на Щеглова. Снова на Лавриненко. Тот бросает. И сейчас момент у «Металлурга» и гол. Это Иван Ковязин подкараулил отскок от Дзюбина, который думал, что шайба у него, но она предательски для голкипера выкатилась из-под щитков, и Иван Ковязин отправил ее уже, пусть и с острого угла, но в пустой угол ворот. Еще, да, будет в ассистентах, бросок Лавриненко, отбивает шайбу Дзюбин. Не фиксирует ее, а потом уже вот, осознав, что она, судя по всему, на льду остается, пытается лечь сверху, но не успевает. Вот и, пожалуйста, первое реализованное «Металлургом» большинство. Дзюбин. Пять секунд. Буллиты, которые нас и так бы ждали, начнут.